Дорогие болельщики, от лица нашей команды и всей бело-синей семьи мы хотим поздравить вас с наступающими праздниками. Минувший год стал испытанием для Минского «Динамо», с которым мы сумели справиться. В наступающем году «Динамо» ожидает участия не только в белорусских турнирах. Нам предстоит участие в Лиге конференции, и мы сделаем все возможное, чтобы порадовать вас. Волевые победы, интересные матчи, дебют многих динамовских воспитанников на футбольном поле. Таким мы запомнили уходящий год. Большое спасибо каждому за веру в нашу команду. Мы очень ценим вашу поддержку и знаем, что в наступающем году вместе мы сможем очень много. Нашим бело-синим болельщикам я хочу пожелать всего самого наилучшего. Сил, энергии, успехов и здоровья. Пусть 2022 год принесет вам только хорошие новости, а результаты любимой команды не разочаруют. Поддерживайте наш клуб, любите, болейте, а мы приложим все усилия, чтобы показать долгожданный результат. С праздником, дорогие друзья! До встречи на стадионе «Динамо» в новом году!